И всем привет, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала и не подписчики тоже. Сходу убедительная просьба, пожалуйста, поставьте лайк на это видео и подпишитесь на мой канал. Ну и если вам не лень, а вам вряд ли будет лень, потому что я кое-что скажу вам далее, да, напишите свой комментарий. Абсолютно любой, я читаю абсолютно все, да, но, впрочем, это не важно. Сейчас попробую объяснить свою наглость, если это можно так назвать. Все связано с тем, то, что этот ролик я записывал очень долго, на протяжении 3 дней, он мне дался очень сложно, и поэтому это будет неблагодарным делом, если я с этого ролика не получу никакого фидбэка от вас, да? Поэтому, пожалуйста, ну, поставьте его лайк. Сложно, что ли? Ну и также, сделав все это, вы можете еще и поучаствовать в конкурсе, да, на 100 рублей, то есть на реальные бабки. Победитель с прошлого ролика, кстати, сейчас на экране. Так вот, какие условия розыгрыша? Вы должны поставить лайк на это видео обязательно, написать абсолютно любой комментарий, и одно из главных условий также, это подписаться на мой канал. Выполняете все 3 условия, и вы автоматически участвуете в конкурсе, и забираете у меня бабки. Да, а теперь рассказываю про суть самого ролика. Думаю, те, кто следят за мной давно, ну и в принципе знают меня давно, те знают то, что раньше я играл на таком сервере, как RPG Game World, да, в простонародье ГВ. И там существует такая система, что если вы убиваете человека с SD-пистола, добиваете, да, то вам дается 4 очка, то есть это считается как 4 убийства, да. В принципе, такой системы на Evolve нету, но мне стало интересно, а смогу ли вот я на Evolve против читеров каких-нибудь, да, ну или просто обычных игроков скилловых, выстоять с одним лишь шотганом и SD-пистолом. Вот, мне показалась эта идея интересной, и, соответственно, я решил залить ее на канал. Так, что вам еще рассказать? Ну раз уже я заговорил про Evolve, то заходите играть вместе со мной на 3-й сервер. Я играю именно здесь. IP сервера будет в описании. Также здесь работает мой промокод #Lepard. Вводите его при регистрации в ник пригласившего вас игрока, и тогда сервер автоматически выдаст вам 400 тысяч после прохождения квеста «Много машин». Чтобы пройти квест «Много машин», вам нужно прописать команду квест, гражданские, миссии и много машин. Вот этот вот квест. И вы сейчас подумаете, то, что я обычный ютубер, который говорит дефолтные вещи, и мой промокод не отличается абсолютно ничем от других. Но тут вы ошибаетесь. Лично от себя уже, да, своим подписчикам, я помогаю на сервере за то, что они помогают мне, указывая мой промокод. Каким образом я помогаю? Представим, что вот он указал мой промокод. Он пишет мне в личку ВКонтакте, типа, Серго, дай мне на скиллы, я ввел твой промокод. Я такой, без проблем. И даю ему вот так вот дигл на скиллы. И он потом вот так в стенку плюс эхает и качает себе скиллы. Также, допустим, ему нужны деньги. Я просто пишу вот так вот. И все, у него есть 50 тысяч на прокачку скиллов. Ой, на прокачку ломки, думаю, вы поняли. Ну, в принципе, все. Смотрите ролик. Всем приятного просмотра. Ну да, и конечно же мне в ВК начинают писать, блять, когда я начинаю что-то записывать. До этого я никому просто не нужен. Идеально. Наконец-то я, кстати, хоть одного убил. Так, одного. Стой, иди сюда. Иди сюда, говорю. Она простреливается, да? Конечно. В этой игре все простреливается. Ладно, кое-как его убил с горем пополам. Просто я сомневаюсь, что в адеквате человек может вот так сидеть и играть, блядь. Да иди сюда уже. Ну серьезно, сколько можно? Фуф, убил. Слава богу. Давай, даблкил. Убежал. Ну серьезно, ты уже умереть должен давно. Я ж тебя не отпущу. Класс, класс, очень классно, да, вот просто еще один додик, который убегал. Все равно, в любом случае, это лучший момент, который мне удалось заснять просто. Все, на тебе всосали шотгана, на добивчик. Вот скажи, интересно? У тебя, блядь, дигл, нормальное оружие. У меня SD-пистол, который сносит тебе под сколько там, 10 хп, дай бог. Ну да, конечно. Ну да, 17 с 2 попаданий. Итого он сносит примерно там с 8,5 хп, да? Ай, сука, я не математик, отъебитесь от меня, пожалуйста. О, кстати, на этом карте я даже в топ попал. Удивительно, да? Ну, правда, счет, ну, уебищный пиздец, но хотя бы в топ попал. И притом не на самом последнем месте. И теперь подумайте, как эти люди играют. Сложный видос на самом деле. Не знаю, мне сложно его записывать. О, такой же братик по оружию. А ну давай. Нет, дай добью. Фу, хотя бы его добил, слава богу. Ебать, он плюс-тэшит, конечно. Гигант. Стой, 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 стой.
Лагает, зараза, у меня 50 FPS на этой тире. Вот был бы антирапид, серьезно, на сервере. А, все, он нашел себе жертву, да? Ну ок. Давай так поиграем. Все, я его все-таки убил. 160, честное ПВП. Блять, сосать нахуй. Лох ебаный. Пончика в спину надо забрать. Обязательно, блять. Я себя не прощу, если его не заберу. Стой, блять. О, попал. Еще одно даблкил. Да, даблкил с этой хуйни. Давай, еще у тебя. Давай, трипл килл. Обязан. Трипл килл. Ладно, такой ты слишком сильный чел. Ой, еще один. Два пончика, давай. Давай похуяримся, брат. Да стой ты. Да... О, красиво ему выдал. Еще один эмочник. Охуенно ему. Да, да, блядь, давай, я тебя должен захуярить. Отлично! Блядь, вы видите, моя банда никого убить не может с дигла. Я, блядь, СД писал, а тут 3 килла подряд раздаю. Ну, я еще в топе, что? Блядь, еще один. Надо вот этого чела обязательно убить, пока он лохуповый. Хорош. Ну, все же забрал. В толпе, заметьте, в толпе убил. Это мясо сейчас еще выйдет, ну ладно. Так, еще одного. Спину забрал. Ну, блядь, чел, ты как по ним попасть-то не можешь? Стой. Блядь, там спину еще чел выехал. Надо быстрее этого убить. Ладно, добью шотгана уже. Стой. Сука, ну нет! А, мы проебали теру, что? Как так-то? Капстац. 16 на 12, что? У меня даже КД в плюсе, каким образом? Ну ладно, по-прежнему увидимся на следующем капте. Вот смотрите, сейчас на крыше, еще сейчас сел уебища, блядь, сэм. Ну, блядь, ну вы просто посмотрите на это, нахуй. На, нахуй, даблхит, я с СД пистолов ебасос. Совсем, что ли, делать нечего? Блядь, ну вы посмотрите, как он плюс сэшит просто. Давай! Наконец-то, господи, хоть что-то спустя 10 минут заснял. Да блять, ну умри! Че и станешь? Все, блять, не могу уже. Жопа горит. Да что ты такой бессмертный-то? Он еще и сбил! Просто не стыдно, блять? Если я вас сейчас убью... Пиздец, дебил, нахуй. Запомните ник этого дебила просто. Как можно сбить против СД пистола? Да стан, ебучий! О-о-о! Привет, блядь, Рикардо Харрисон. Здорово, брат. Не-не-не, все, ребят, это точно последний кап на сегодня. Я больше не выдержу просто. Че, посмотрите на мой фо. Ой, все, блядь, капстас. Вау, я опять же попал в топ. Ой, 18:32. Все, блядь, я закрываю нахуй эту хуйню. Все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока. Надеюсь, вы поставите свои лайки, потому что если не поставите, то я, блядь, выпилюсь из жизни. Я просто 2-3 дня. Я 3 дня мучился, блядь, чтобы заснять это. 3 ебучих дня. И просто с каждого капта буквально по 5 фрагов. Все. Всем пока. Мои суки со мной, они курят дерьмо. Постоянно ищу белый песок. Я лечу тут закаты, как птица в степи. Мои хоми вокруг, и я тут не один. МБ-3 формат кинул, передал по